Всем привет! Сегодня мы играем в побег из тюрьмы от девушки полицейского. Это мое первое длинное, так скажем, видео. И я, ну, для меня очень волнованная, если оно выйдет какое-то громкое, либо тихое. О, простите меня. Так, выбрала, ну, легко, потому что я еще не умею. Так, О, боже мой, кто это за женщина? Надо прыгать сюда, да? Допустим, вот сюда. Или как? Что тут надо делать вообще? Надо прыгать тут. Говорю. Короче, ребятки, я не понимаю, что тут надо делать. Как тут надо делать? Что тут делать надо? Ну, нажимаю. Да не нажимаю. Оно не нажимается. Сейчас. Я поняла, тут где-то надо взять лопату. И вот так вот. Скажу. Копать. Как копать? Ну, нажимаем, ну, просто нажимаем на экран. Я тебе горячую лаву не упала. Так, оп. 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 По-моему, это легкодня. По-моему, сейчас у нас легкодня. Скримера, так скажем. Не очень страшно сейчас будет. Обратите внимание, мы скин. Вот такой вот. С собачкой. О, семейка. Ладно. Чикен пайкс. Нет, смягче. А, не забываемся наверх. Я не упала. Все на персонатом. Сзади меня он тоже забирает. Тогда смеялась надо мной, а теперь сбитый ходит. Убить меня хочет. Блин, себе страшно с этим скримером. Боже мой. Сейчас бежим на лестнице. О, бежим, 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 бежим. Вот я сейчас побегу. Так, нет, спасибо. Вот надо открыть. Уезжаю на какую-то кнопочку. Вот теперь мы тут аккуратно. Сейчас просто раз я ухожу.
упала, как вы помните. И в этот раз у меня не получится убить. Если она не будет убиваться, это что? Надо пройти этот уровень. Бежим. Ясно, я подумала, он реально. Нажимаем на кнопочку. Какое место? Место, допустим, тут. Надо с... Ясно. Место вот тут. Место. Нет. Так, выбиваем. О, как оно выбивает. Оно не выбивается. А ну можно стоять на вот эту штучку? Оп. Опа-на. Я не понимаю, что делать дальше. Ясно. Оп. Так, теперь берем вот эту. Да тут довольно-таки легко. Не то, что в том переделке. Не... Я подготовила для вас видео про мужика. Там еще мужик. То, что это его сестра. Вот эта девушка, это его сестра. Кто не знает, она такая же, только он такой же. Да, это что? Ну ладно. Если я молчала, там, где я буду молчать, я буду подставлять музыку. Музычку. Так, вот тут мы хоп, хоп. Мне страшно даже, когда я прыгаю. Опа-на, опа-на, опа. О, мне страшно, что я упаду в эту жижу. Я упаду? Я не упаду. Ух, она не развалилась. На них можно долго стоять. Хоп. В чем смысл? В том, что они вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх. Ага, нам надо наверх, короче. Погнали. Погнали. А если я не захочу ставить музычку, я буду просто озвучивать то, что я думала тогда в своей голове. Так, а вот кнопочка. Мы на ней нажимаем. У нас открываются вот эти штуки. Мы бежим. И до конца. Хоп, хоп, хоп. Короче, я дошла. А я не знаю, куда идти. Либо сюда, либо сюда. Допустим, давайте сюда. Вот у меня. Так,
Короче, вы видели, я пойду все-таки сюда. А, тут у нас полегче. Кто там? О, крыски. Как это плавает. Сейчас будем материться. Фу, подмачиваться. Я буду включать музычку, когда я буду это делать. Все, я прошла. Вот так вот. Вот что у меня получилось. Я не знаю, прикольное это было для вас видео, либо нет. Всех вас люблю. И всем пока-пока.